Привет! В последнее время компания Dooji удивляет не только своими защищенными, но и еще некоторыми интересными гаджетами. Встречайте новинку 2024 года Dooji T30 Max – планшет с современными характеристиками и элегантным дизайном. После первых минут использования понятно, что это премиальный планшет, изготовленный из качественных материалов. Он имеет ультратонкий корпус толщиной всего 7,9 мм, что представляет собой идеальный баланс между эстетикой и функциональностью, обеспечивая легкую, но прочную конструкцию. Dooji T30 Max оснащен потрясающим экраном с диагональю 12,4 дюйма и превосходным разрешением 2560 на 1600 пикселей. Большой экран обеспечивает четкие и яркое изображение с высокой детализацией, что делает просмотр любого контента на устройстве по-настоящему увлекательным. Технология IPS гарантирует натуральный цвет, а качество изображения не искажается при острых углах обзора. Дисплей действительно крут, и с этим трудно поспорить. Сердцем T30 Max стал мощный процессор MediaTek Helio G99, который обеспечивает высокую производительность и плавную работу устройства. С частотой работы до 2,2 ГГц и 12 ГБ оперативной памяти под управлением, замечу, свежего Android 14, система гарантирует быстрый запуск приложений, плавный отклик и отличную игровую производительность. Планшет без проблем запускает самые требовательные приложения без замедлений и зависаний, обеспечивая вам комфортное использование в любое время – дома, в офисе или в дороге. А 512 ГБ встроенной памяти с лихвой хватит вам для всех ваших данных. Dooji T30 Max оборудован высококачественной камерной системой, которая позволит запечатлеть все яркие моменты жизни. Задний блок с двумя объективами, 50-мегапиксельный основной и 2-мегапиксельный вспомогательной камеры, позволяет создавать профессиональные снимки с эффектом боке и множеством других возможностей. Фронтальная камера с разрешением в 20 мегапикселей идеально подходит для видеозвонков и качественных селфи. При хорошем освещении камеры планшета способны легко создавать достойные фотографии и видео, которые сохранят ваши воспоминания навсегда, но только при хорошем освещении. Dooji T30 Max оснащен мощным и емким аккумулятором емкостью в 10800 мАч, обеспечивающим до 3 суток автономной работы на одном заряде. Кроме того, T30 Max предлагает множество интересных возможностей, делающих вашу жизнь более удобной и разнообразной. Среди них поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт, сканер отпечатка пальцев для максимальной безопасности, а также поддержка различных навигационных систем, включая GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. И быстрый LTE интернет также в планшете есть. Также планшетом удобно управлять с помощью стилуса, что очень пригодится в разных программах, архитекторам и другим людям, которые работают со стилусом. Но в комплекте я не уверен, что стилус будет идти, так что проверяйте, когда будете покупать. Dooji T30 Max – это современный флагманский и мощный планшет, сочетающий в себе высокую производительность, обалденный экран, классные камеры и долгое время автономной работы. Лично у меня подобный планшет есть, но с характеристиками не такими крутыми. Его обзор есть на канале. И вот я лично кайфую, когда смотрю что-то на планшете или играю. Так что лично мне по душе такие новинки, еще и с такими крутыми характеристиками, как для планшета. Если вас заинтересовал Dooji T30 Max, то переходите по ссылке в описании и ознакомьтесь. Как я понимаю, завтра начинается начало продаж, и цены обещают быть минимальными и вообще очень вкусными. Спасибо, что смотрите, и за то, что ставите лайки. Надеюсь, был для вас полезным. И пока-пока, скоро увидимся!